он сидит здесь. Пришлось убрать его от других заключенных. Эй, Донни. Твой отец очень много значил для меня. Я не знал его. Для меня он не значил ничего. А я считаю, что ты тоже можешь стать великим. Что заставило тебя драться? Отец был бойцом. Умер до моего рождения. Я мотался между приемными семьями от суда к суду. Бился всю свою жизнь. Выбора не было. Видишь того парня? Это самый сильный соперник. Следующий! Так происходит на ринге, да и в жизни тоже. Так ты и меня бросишь. Знаешь, сколько раз мне приходилось тащить на себе чемпиона мира по этим ступенькам? Потому что он не мог идти. Ребра сломаны, нос сломан, глаза заплыли. Чего ты боишься? Боюсь взять его имя и проиграть. Меня назовут пустышкой. Ты все еще в его тени. Каждый мой шаг, каждый удар, все будут сравнивать с ним. Ты сын Аполло Крида. Используй имя, оно твое. Паренек ниоткуда, никогда ни с кем не дрался. Ты ничего обо мне не знаешь. Ложовый из тебя, Крид. Одна ошибка, и ты попал. Кто-нибудь, на помощь! Рокки болен. Если сломаюсь, я уже не встану. Все, что у меня есть, поставлено на кон. И я здесь. Сидишь тут, плачешься, что никто тебя не любит. Я с тобой каждый день. Я стою прямо перед тобой. Как и в любом бою, если я бьюсь, то и ты тоже. Выплесни все, что внутри. Всю свою боль. И мне понять, через что мы прошли. Твое место здесь. Ты должен поймать одну птицу. Серьезно? Вполне. Нынче курицы уже не те.